Всем привет! Сегодня такое необычное видео будет, такой мини-лайфхак от меня с определенной проблемой. Вот часы MS Fit Bip, они у меня буквально недавно, но с первого дня я столкнулся с проблемой, которая мне доставляла большой дискомфорт, и возможно я решил сразу поделиться этим. Возможно, кому-то, кто столкнется с такой проблемой, поможет тоже мое решение. То есть проблема заключается в чем? У меня травма шеи, я не могу застегивать ремешок сильно, то есть видите, у меня вот такой вот запас здесь, и естественно часы болтаются. И если я просто затяну сильно ремешок, чтобы они не болтались, у меня начинают отнимать руки. Поэтому я немного расслабленно хожу. Но они все время заезжают на вот эту вот мою косточку. То есть они заезжают на косточку, их нужно все время поправлять, иначе они давят на эту косточку, и через время начинает болеть рука. Было один раз, я уснул, и у меня болело, начиная от косточки аж до локтя, просто болела рука. Знаете, как на погоду крутит руки, ноги, вот это суставы крутит. Вот такое ощущение было плохое. Вот оно давит мне на косточку. Я в чате спросил у людей, у кого может какие решения есть или идеи, и мне посоветовали миланскую петлю. В описании будет ссылка на некоторые из них. Одну я сразу купил, миланскую петлю, самую дешевую, которую нашел на GearBest. Я купил, когда она придет, мы на нее посмотрим. Но где-то через час после того, как я купил уже этот браслет, миланскую петлю, меня осенило, и я попробовал кое-что, что мне помогло. То есть и сейчас у меня одет ремешок как положено, и уверен, что метод, о котором я расскажу, это не панацея, но мне он действительно помог. И если у вас проблема такая же, как у меня, что давит на косточку или съезжает вверх сюда, то перед покупкой другого ремешка или там изобретения какого-нибудь велосипеда, просто попробуйте этот метод. Если он вам поможет, я буду очень рад. Вот. Ну и если нет, конечно, вы уже можете купить новый ремешок или там другое что-то придумать. Секрет заключается в том, чтобы поменять ручки ремешка местами. Давайте попробуем это сделать сразу. Вот, они вот здесь легко отстегиваются. То есть я специально перед видео подцепил обратно, как они были изначально, чтобы на видео можно было их поменять. Вот. Все, отстегнули. И перевернули часы. И пристегиваем. Очень удобно, что здесь есть такая штучка специальная для того, чтобы можно было легко менять их. Единственное, что мне не совсем удобно на камеру это делать. Вот, один есть. Все, зацепил. Вот, теперь, так, что это у нас тут? D&D какой-то. Теперь цепляем ремешок обратно, и он теперь в обратную сторону хлястик будет смотреть. Вот. Тоже послабленно одеваем. Вот, как ни странно, вот после вот этой манипуляции, видите, место есть. Как ни странно, после этой манипуляции он начинает съезжать в эту сторону, то есть здесь косточки нет. Ну, это как бы удобно, и сюда он, если и съезжает, то очень редко, и то куртка, когда повернешь, то есть ты куртку одел на часы и повернул курткой. То есть такое, это бывает единичный случай. В основном он съезжает в эту сторону руки, вот, и, соответственно, косточка остается свободной и не дает. То есть мне этот метод помог, реально не панацея, но если кому-то он поможет, я буду очень рад. Ну а когда придет миланская петля, мы дополнительно на нее посмотрим и поймем, удобнее ли она этого ремешка. Но со сменой ремешка в другую сторону проблема исчезла, но появилась небольшая другая проблема, которая несравнима с болью косточки, когда давят на часы, а то, что хлястик теперь смотрит вверх. И мы им периодически за что-нибудь цепляемся, этим хлястиком. Вот, но это как бы лучше, чем болит рука от того, что давит на кость. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!